прошлой передаче мы коснулись вкуса жизни спортивного. Ну а сегодня мы поговорим о вкусе жизни литературной, творческой. Все начинается у нас с детства, однозначно. Вот если учитывать, что я такой живой, был мальчишка, это не лишало меня еще удовольствия от чтения. Я, сколько я себя помню и знаю, я всегда читал. Где, в любом месте, где возможно, я просто читал. Так что чтение у меня фактически с рождения. В детдоме нас научили читать, писать. Так что, придя в школу-интернат, я уже был отличником по 4 класс. Ну, а потом началось мое настоящее уже мое детство. Вот, и первые свои опыты литературные я начал с написания стихов. Да, они такие детские, наивные были. Но это уже было творчество, и это уже было начало. Потом в каком-то плане это ушло, спорт перевесил. Когда занимаешься спортом, то уже намного не хватает времени. Но вот когда служил, и помню хороший такой момент, картина Левитана «Есть рожь», я написал литературный этюд и давал со своим сослуживцам почитать. Они были впечатлены, а я тогда задался вопросом, ну, наверное, у меня что-то получается. Вот с этого как-то и началось. Но когда уже служил, занимался спортивной журналистикой, причем довольно успешно. Было даже предложение работать в газете нашей. Ну, спорт перевесил. Я, наверное, тогда на то время решил, что-то надо одно. В 86-м, наверное, 86-87 год я участвовал в конкурсе одном литературном, республиканском. И, к своему удивлению, победителем стал. Вот я тогда уже действительно серьезно думался, что что-то у меня есть, что-то я, наверное, могу писать, что-то могу сказать. И уже окончательно оно пришло ко мне, когда я работал в Швеции тренером. Времени было довольно много. Ходил по горам, вот как раз и начал с басен. Мое творчество – это скорее симбиозом. Я где-то могу и пофантазировать. Чаще в начале пути я встречался с людьми, особенно вот книжка «Горький хлеб», вот написана на основании человеческих воспоминаний. Здесь мне очень приятно, я даже, может быть, горжусь этим, что здесь остались рассказы, воспоминания людей, которые освобождали наш город Барановичи. Тоже Филиппов, Костеев, Чебизов. Уже, наверное, точно их нет, наверное. Но вот то, что они говорили, осталось в этой книжке. Здесь же рассказы о партизанском движении. О их я писал в машине, наверное, месяц жил. Собрался вот так по территории Западной Беларуси, ездил. Собирал вот эти рассказы. И вот родилась вот такая и книжка. Первая книга, вот как раз басни, вот это. Я ее сам оформлял, как художник. Она у меня иллюстрирована. Как она родилась? Ну вот я ее написал, находясь в Швеции. Вот. Ну, посчитал, что что-то получается, что-то интересное. Дал почитать людям, они одобрили. И я серьезно так увлекся темой басни, и вот она вышла. Все книжки для автора – это как родные дети. Сегодня я немножко эти басни видоизменил, где-то поправил. Но она первая и, наверное, любимая, потому что первая. Вы знаете, мне нравится экспериментировать. Было время, когда я писал одновременно 4 книжки. Утром сажусь на одну басни пишу, в обед – военное приключение, вечером исторический какой-то набросок. Все удивлялся и сам себе, и мне удивлялись, как это ты так можешь переключаться. Ну, я легко переключаюсь, все у меня в памяти как-то это держится. Но последнее время я стал так, работаю над одной книжкой, а вторая где-то уже в голове слаживается. Вот примерно, чтобы написать, я сразу выбираю тему.
Вот это у меня наброски идут. Это очень такой кропотливый труд, пока соберешь, пока в голове сложишь. Ну и еще скажу, что я ни одной книжки не пишу план. Они у меня в голове просто живут. Обычно писатели начинают план строить по главам, по страницам, а что, какие-то сюжетные линии. У меня этого нет. Я заинтересовала меня тема, я нашел материал, на бумагу положил, такой справочный материал, а потом уже начинаю писать. Иногда бывает, знаете, закончил главу, а что будет в следующей главе, кто появится, кто уйдет, я даже сам иногда не знаю. Вот такой творческий процесс, который как-то спонтанно появляется, что ли. Есть только общая цель. Пишу книжку об этом. А как она будет, это уже в процессе написания, она сама выстраивается. Сегодня у меня написана уже книжка, сейчас она на рецензии в издательстве. Хорошую оценку наш кандидат исторической наук Литвинский дал. «Наследие». Вот это рабочая обложечка вот такая. Называется «Наследие. Шаги времени». О чем книжка? Это «Великие Луки». Ну, я думаю, многие слышали, это деревня недалеко у нас от Баранович. У меня в паспорте написано, что я родился в Великих Луках. Ну и, насколько знаю, по истории на границах княжества стояли сторожевые заставы. Вот об одной из них, Великие Луки, я и решил воссоздать, написать. И вот 13 век, это еще 1240 год, монголо-татары нашествие на Новогрудок, создание княжества Литовского, Миндовк. Вот оттуда идет первая часть, вторая – это 1699-1706 год, война Речи Посполитой со Швецией. Кстати, очень неплохо, я думаю, осветил там главу Ляховича. Надо признать, что в Ляховичах была крепость, близнец Несвежа. Но вот именно в 706 году ее шведы полностью разрушили до основания, чтобы не оставить в тылу у себя оборонительные сооружения. Вот. Ну и третья часть касается уже 20 века, там русско-японская война, где принял участие мой прадед Алексей Дрозд, персидская война, Первая мировая, где принял участие мой дед Роман Алексеевич. Они имели кресты, георгские кавалеры. Третья часть, она там и называется, георгский кавалер. Вот. То есть я отдал дань тому месту, где я родился. Знаю одного человека, которого отправили на пенсию в 60 лет, и он потерялся. Он настолько переживал, такой нервный стресс получил, полгода не выходил из дома, а потом начал рисовать. Потихоньку. И через какое-то время я пришел в гости, и вы знаете, увидев картины, скажу, что очень приличного уровня. Он говорит, я никогда не рисовал, ни за студии, ничего, но, наверное, вот этот стресс его толкнул на это. Ну, в данном случае это хорошо, что он начал писать картины. Но чтобы у меня такого стресса не было, я, наверное, заранее подготовился. Уже написал 15, так что стресса у меня не будет, когда иду на пенсию, а вот увеличить количество книг с удовольствием буду. Наверное, надо всегда искать себя в чем-то, именно вкус жизни искать, а не просто замыкаться, сидеть на лавке, что-то думать, плакать, какой я хороший был. А вот каким ты сегодня становишься, вот это, наверное, важно. Каждый день живи жизнью, а не плачь о том, что когда-то что-то было. Поэтому желаю людям не подойти духом, ищите себя. Я нашел себя в литературе и, наверное, еще что-то скажу. Ну, кто-то, может, вот как мой товарищ, рисовать начнет, может, самолетики клеить или еще что-то. Ради Бога, лишь бы чем-то было заняться. И это здорово, если у человека такой посыл будет.